Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Так, чипсы, газировка, конфеты, печенье. Вроде ничего не забыл. Опачки! Ты чё, куда это собрался? Я с Серёгой на охоту собираюсь. Куда? На охоту с Серёгой на неделю идём. Вот тебе здрасте. Чё это вдруг? Да ты прикинь, только что по телеку сказали, что за поимку волка 10 тысяч дают, а за медведя целых 30 тысяч рублей. Ну и что, что там говорят? Как вы его ловить-то собрались? Голыми руками, что ли? Нет, конечно. У меня верёвка есть. С верёвкой. На медведя. Ну и Серёга ещё сказал, палку с тобой возьмёт. Понятно. С вами, значит, пойду. Так надёжнее будет. Да и мать всё равно дома отдыхать не разрешает. Ну что, мелюзга, расклад такой. Слушаемся меня, далеко не отходим. И тогда, может быть, медведь вас не загрызет. Да ну, какой загрызет? Я ему как-то резну, и все, шубу из него сделаю. Да-да, Серега врать не станет. Я сам лично видел один раз, как он медведя вот так вот за шкирку поднял и с головы ему... На! Чего? Когда это? А, вспомнил. Это же в игре было, а не по-настоящему. Вот я вас не понимаю. Сидели бы лучше дома, за компьютером играли. Сдалась вам эта охота. Вас же здесь даже белки загрызут. Мы бы и посидели. Но ты же и за интернет дома не заплатил. И сейчас дома вообще делать нечего. А у меня вообще дома компьютера нет. Понятно. Ну ладно, давайте здесь-то и остановимся. Надо как-то лагерь разворачивать. Чего? Лагерь? Ну, палатки там, костер развести. А зачем на охоте палатка в лесу? Ну ё-моё. А если здесь целую неделю охотиться придется? Вы где спать-то собрались? Как где? Я подушку с собой взял. А я одеяло. Ой, а спать-то вы где собрались? На снегу? А, блин, что-то я вообще об этом не подумал. Ладно, ничего страшного. Шалаш соорудите, в нем и будете спать. А ты где? А я свою палатку взял. Ничего себе ты подготовился. Первое правило выживания. Нужно позаботиться о жилье. Поэтому вот вам топор, идите стройте шалаш. Ну капец, Серега, вот сдался нам этот шалаш. Я вообще сюда приехал, чтобы быстренько медведя убить и деньги за него получить. И я тоже. Ну-ка, где этот медведь? Сейчас я его схвачу за морду, врежу и сдам его в магазин. А что будем делать, если волк попадется? С волком еще проще. Берешь его вот так вот за пасть и... Это что, волк воет, что ли? А? Серег, ты куда? Так, не понял. Чё за... Серег, пусти меня! Ага, сейчас. Пусть лучше одного сожрёт, чем двоих. Брысь отсюда! Серег, ты чё? Ты ж говорил, возьмёшь его за пасть и прибьёшь. Когда это было? Забудь! Брысь отсюда! Так, не понял. Ты чё в мою палатку залез? Ну-ка, пшёл оттуда. Нет, не выйду. Там волк! Еще и медведь, походу! Батёк, беги! Какой еще нахрен медведь? Мы от города-то толком не отъехали! Все! Нас сожрут! Не понял. Это кто там ходит? Ярик, что ли? Странно! Тихо, тихо, не пугайся. Здорово. Напугали, блин. Здрасте. Ты что тут ходишь по лесу с колонкой? Людей пугаешь? А, да, я это, проверяю. Эксперимент. Не живут ли рядом с городом где-то дикие животные? А, и ты туда же. И как оно? Эксперимент показал, что не живут. Волки, кстати, тоже не живут. Да, ну у тебя есть занятия, конечно. А есть желание провести эксперимент над человеком? Над человеком? А что делать надо? Да, там проверить надо, насколько человек трус или нет. Ну, в принципе, можно проверить. Все равно нечем заняться. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Ну, вроде все тихо. Походу, медведь сожрал всех. А? Он что, еще тот, что ли? Да, давай, власть, бежать надо! Куда? Куда бежать?
Серег, ты чё? Беги! Я уж лучше тут сижусь, может он меня и не заметит. Добежать надо, а не прятаться. Держи, медведь, как съешь дядю Колю, запей. И шапку мою держи, у меня больше нет ничего. Ух ты ж, все, поедают меня. Стой! Ты куда с палкой-то побежал? Вот этот эксперимент мне нравится! Полиция! Стой! Ты куда побежал? Вы же охотиться вроде собрались! Стой, говорю! Да, хоть и не поймал медведя, конечно, но бегущая палатка тоже прикольно!